Привет, ребят! Вы на канале Рыба Кит. С вами папа, который рисует. Зовут меня Ваня. Вы сегодня увидите, как я рисую на тему Хэллоуина. Можно сказать, рисунки для Хэллоуина. И сегодня пришло время нарисовать что-нибудь интересное, более интересное, чем вы могли бы себе подумать. Я хочу нарисовать кошечку. Конечно, вы уже видели превьюшку этого ролика. Кошечка у меня будет такая. Я немножко заболел. У меня будет голова кошки, тело кошки, вот такая вот, и здесь у меня будет большая шляпа, настоящая шляпа, волшебная, как будто моя кошка не просто кошка, а волшебница, или даже, может быть, это какая-то ведьма превратилась в кошку, чтобы обмануть вас и напугать в Хэллоуин. Вот я это все рисую серым фломастером, чтобы показать, как я это планирую делать. Здесь такой хвостик у моей кошечки. Конечно, это не кот, это кошка. Из-за этого я буду стараться рисовать плавные линии. И лапки тоже нарисую плавные, такие нежные, потому что это кошечка. Здесь у меня будет глаз, один глаз и второй глаз. А здесь носик и улыбочку вот такую. Вот такая кошечка. И сейчас я ее раскрашу. Конечно же, я хочу ее нарисовать просто черным. Черная кошечка, это приятно. Мне кажется, это будет интересно. Вот так вот уже получилось. Но вот здесь я нарисую маленькую тыковку. Я ее тоже нарисую вот такой набросочек. Здесь маленькую тыковку. Вот такую вот. Потому что Хэллоуин, и я рисую все с тыковками связано. Такие вот у нее будут тыковка. Рожица, вот так будет. Я бы даже пошутил насчет того, что если вы рисуете тыкву, или можно нарисовать любому рисунку, пририсовать тыкву, и это будет весело. И это уже будет Хэллоуин. Может быть, но что-то должно быть страшное в рисунке, согласитесь. Я раскрашу оранжевым. Вот такие, видите, полоски делаю. Я хочу сделать такую шляпу полосатую. Она иногда бывает фиолетово-черная, но я сегодня хочу сделать оранжево-черную, потому что это оранжевый цвет мне больше нравится, чем фиолетовый. Хотя фиолетовый тоже мне нравится. Красивый цвет. Вот так я рисую полосочки, а здесь я нарисую черные полосочки. И, конечно же, я сразу раскрашу тыкву тоже по форме. Видите, я штришками закрашиваю глазки, я не стараюсь обвести все ровненько или закрасить очень ровно, равномерно. Я стараюсь покрасить по форме. Получается такая тыква натуральная. Получилось. Теперь возьмем, наверное, зеленый цвет. И мне хочется, чтобы у моей кошечки были большие зеленые глаза. Зеленые, да. Здесь тоже зеленую. И здесь листики, такие небольшие листики. И здесь тоже листики. Листики у меня. Так. Темно-зеленым немножко оттеним. Листики, глазки и листики. А теперь я возьму только темно-синий. Темно-синий. Где же мой темно-синий? Вот этот вот, да, наверное. А, нет, я возьму, наверное, фиолетовый. Моя кошка будет фиолетовый, точно. Черный. Вот, вот таким. И нарисую, конечно же, все остальное. Саму шляпу. Такая шляпа длинная, ведьминая шляпа. Так, и кошечка. Кошечку я нарисую, наверное, фиолетово-черную. Вот так вот. Уже получается неплохо, согласитесь. Так вот, если посмотреть, уже кажется, что довольно хэллоуинский рисунок. Пойдет такой на Хэллоуин вполне. И довольно, мне кажется, еще девочке подойдет такой рисунок. Очень красиво получается. Вот так и так. Все это я немножечко обведу черненьким, потому что у меня такой декоративный рисунок. Не настоящий, не натуральный, когда все я рисую четко, как в жизни, а немножко декоративно. Хвостик. И теперь раскрашу. Раскрашу я, конечно же, фиолетовым и черным, но сначала начну с фиолетового, а потом продолжу черным. Вот увидите, как это сейчас будет. Я надеюсь, что будет красиво. Кое-где я покрашу вот здесь фиолетовым. Кошечка фиолетовая. Здесь. Вот так, фиолетовым. Здесь фиолетовым. Но не все. Вот так, фиолетовые лапки. Фиолетовые ушко. И головка. Может, лобик.
такой рисуночек. Если вы хотите рисовать, чтобы у вас все равномерно было, вы можете попробовать, конечно же, и может быть у вас и получится красиво. Но мне нравится именно так рисовать. Такой способ рисования. Вот, а теперь я буду рисовать, конечно же, черненьким. И вот здесь, конечно, важно уже точно показывать рисунок. Вот. И здесь я как раз буду рисовать тень. Вот, например, под хвостом я нарисую тень и оставлю фиолетовым блики. Получится, что у меня вся кошка, она черная, но с фиолетовым отливом. Видите, какой хитрый художественный прием, я бы сказал, для настоящих художников. Но вы можете его использовать очень легко, и у вас будут получаться красивые рисунки. Здесь немножко надо будет постараться, чтобы не закрасить ротик, чтобы ротик все-таки остался похож на ротик. Из-за этого я вот так сделаю, вот видите, белый будет. Еще нужно рисовать усики, потому что у каждой кошечки должны быть усики, вот так вот. И такие усики. Вот, получается такая кошечка. Нарисую еще тень, чтобы было более похоже. Такая тень. Полночь, кошка ждет чего? Свою хозяйку, к примеру, какую-то колдунью, страшную или не очень страшную. Вот. И ждет, что ей дадут сосиску, сметаны, мяу-мяу. Все, ребят, я закончил. Получилось за 5 минут, я нарисовал такую кошечку. Ее рисовать легко, вы можете перемотать ролик, посмотреть еще раз, как я раскрашивал по очереди, рисовал там тыкву, еще что-то. Ребят, рисуйте вместе со мной, подписывайтесь на канал. Вы были на канале Рыбакит. И до новых встреч, пока-пока.